Московский областной музыкальный колледж имени Сергея Прокофьева стал своеобразной меккой для всех любителей саксофона. Студенты класса саксофона неизменно занимают призовые места на всевозможных конкурсах исполнительского мастерства. Уже сложилась целая династия преподавателей на этом инструменте. Выпускник колледжа Никита Зимин назван в 2014 году лучшим саксофонистом мира. Он стал победителем самого главного конкурса саксофонистов на родине создателя инструмента. Играет большой ансамбль саксофонистов колледжа, студентов и выпускников.